очередь. Понятно? Шаг один из трех. Выбираете место, все как посадим. Терминал бронирования билетов установили во дворце молодежи «Строитель». Теперь северодвинцы могут забронировать себе место на любой сеанс. Как в этот же день, так и на несколько дней вперед. А сам билет забрать в кассе. Также терминал позволяет пожаловаться на руководство стройки или написать пожелание. СМС приходит на телефоны всей администрации. В случае жалобы станут разбираться. Над терминалом во дворце молодежи совместно с программистами работали полгода. Также в дальнейшем планируем установить в разных местах Северодвинска более совершенные билетные терминалы, на котором можно будет уже производить оплату и получать сам билет на бумажном носителе. Цель – избежать очереди у кассы. В ближайшее время здесь появится расписание театра «Автограф», а также ближайших концертов. Возможно, через терминалы можно будет покупать билеты и на мероприятия в Архангельске.